Так, 5 октября 2019 год, Харьков. Вот я это красотень. Я же говорил. Ливень посреди осени. Ну такое это просто я уже караул какой-то. Просто вообще. Сейчас мы дальше пойдем. Не переключайтесь. Парам. Парам. Опять надо мыть окна, не знаю. Я потяну. Смотри, заливался в садике. Реально просто там, там свет отражается. И значит там куча воды. Да не, ну 31 марта я видел самую раннюю грозу здесь в Харькове. Первое, по-моему, первое. Глобальное потепление. А как у меня видео называлось? Первомайский вид. А, мощные грозы 1 мая. А где? Я что-то не вижу. А где-то она там, над домом. Ну она не перед домом, да, то есть она в кадр не попадает, просто свет виден и все. Я самой молнии не вижу. Может она просто за облаками, за ливневыми потоками я не видно. Молнию, видел. Именно саму молнию видел, да? Да, она реально, да, пасмурно довольно было. Такая, за ну, сейчас подождем еще, может повезет. Оно просто капает градом. Ну, град уже был, кстати, да, уже град проходил в Харькове. Вроде к зиме готовились, нулевые температуры и на тебя. Позавчера было, я 3 числа снимал сближение Сатурна с точнее, Сатурна, Юпитера с Луной. И было плюс 25 градусов. Вообще, я потом видео посмотрела, а то я некоторые моменты пропускаю, но тогда как-то гром. Слышишь? Во! Ты видел вон искорка? Искорка. Унылая пора. А чьи очарование? Сейчас. Арабская, ну? Сынок, у тебя мокрое все, отойди. Ладно, сейчас еще одной молнии дождемся, вот она. И на дом финишируем. Не, они пока не перед домом. Может еще выйдут перед домом, тогда поснимаем.